Отделение переливания крови Видновской районной клинической больницы существует с 1984 года. Общее количество зарегистрированных доноров на сегодняшний день около 4000 человек. Регулярно посещают более 130. Среди них и Пушкова Лилия Сергеевна, жительница города Видное. Все прошло нормально. Как бы нам полезно и людям хорошо, которым мы помогаем. Приходите, сдавайте кровь. Человеку полезно, что обмен крови происходит. А пациентам, которые мы сдаем, тоже помогаем людям. Кому-то переливание делают, что-то еще какие-то, наверное, лекарства делают из нашей крови. А вот Женя Потапкина, медицинский регистратор отделения, сегодня сдает кровь в первый раз. Конечно, волнуется, но осознание того, что это нужный благородный поступок, придает ей силы и уверенность. Было очень страшно, но это на самом деле не больно, это моя первая кроводача. Я думаю, я буду сдавать регулярно, помогать людям. Вот, у меня родители сдавали кровь часто, но, правда, в другом городе. Вот, и я тоже решилась. Столько аварий происходит в мире, столько кровопотерь. Даже деткам в роддоме, когда рождаются, очень часто нужна кровь, роженицам. В год отделение переливания крови заготавливает 300 литров инфекционно-безопасной донорской крови, которая используется в Видновском перинатальном центре и в Центральной клинической больнице. Донор, сдавший кровь, имеет право на 2 оплачиваемых отгула по месту работы и в кассе больницы получает 500 рублей. Но к сдаче такого необходимого для спасения человека биоматериала нужно подходить ответственно. Нужно выспаться хорошенько. За неделю соблюдать диету, в которой надо исключить жирное, копченое, сладкое. Вот. Исключить за 72 часа исключаются спиртные напитки, включая пиво. Еще доноры не должны пить газированную воду. Это такие, как фанта, пепси-кола. И, в общем-то, есть здоровую пищу. Отделение переливания крови располагается на первом этаже Видновской районной клинической больницы. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 495 541 97 22. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.